стройки на части промзоны научно-исследовательского института «Быть» такое решение приняли на заседании архитектурно-градостроительного совета. Речь идет о территории в границах улиц Филатова, Космонавтов, генерала Петрова и Гайдара. Принятый план включает в себя возведение жилого комплекса из 7 зданий высотой от 20 до 24 этажей с подземным паркингом. Там же появится фитнес-центр и двухъярусное сооружение с бассейном, где можно будет проводить соревнования международного уровня. Проект планируют реализовать за 5-7 лет. Сейчас план проходит общественное обсуждение, которое продлится до 6 ноября. Материалы представлены в холле Малиновской районной администрации в электронном виде на сайте Горсовет. Обсуждаемый сегодня детальный план территории затрагивает достаточно депрессивную территорию бывшего научно-исследовательского института. Проектировщиками было предложено, мне кажется, достаточно разумное решение выполнить здесь в будущем застройку жилого комплекса этажностью от 20 до 24 этажей с устройством стилобатной части объектов обслуживания, подземным паркингом. При обсуждении поднимались вопросы инсоляции, противопожарных расстояний, на которые были даны обстоятельные ответы проектировщикам с учетом полученных управлением архитектуры заключений госорганов.